Каждый вечер ровно в 22:40 кот приходит на перрон и ждет прибытия поезда. Только посмотри, зачем. Сегодня мы поделимся с вами историей, которая тронет до глубины души каждого человека, который с теплом относится к братьям нашим меньшим. Нашим героем стал кот по кличке Феликс. Смышленый питомец каждый вечер появляется на железнодорожной станции «Старая Русса» и чего-то ждет. По нему можно сверять часы. Животное всегда появляется в одно и то же время. В 22:40 Пушистик садится на перроне и внимательно смотрит по сторонам. Чего же ждет Мурлыка? А ждет он появления поезда «Псков-Москва». И не просто так. Оказывается, его всегда подкармливает проводница. А если говорить точнее, то все проводники, которые работают на поезде. Феликса все знают и заблаговременно готовят для него разнообразные лакомства. Это уже стало своего рода традицией, которой несколько лет. Когда снимок с котейкой-проводницей, сделанный фотографом Дмитрием Марковым, появился в сети, неравнодушные люди стали беспокоиться насчет того, что у животного нет дома. Но тут же в комментариях появилось сообщение от жителей Старой Руссы, которые заверили, что питомец все-таки домашний. Просто Феликс часто выходит на самовыгул и ищет, где разжиться вкусняшками. И так уж повелось, что проводники поезда стали подкармливать милого Пушистика. Невероятно умный кот, согласитесь. Даже интересно, как ему удалось ни разу не опоздать к прибытию поезда. А что бы вы подумали, увидев силуэт кота, сидящего на перроне и встречающего поезд? Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.